Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с их автобиографией. Жан-Батист Сантер, французский живописец, академик Королевской академии живописи и скульптуры. Ординарный живописец дворца герцога Орлеанского, ученик Бона Булоня-старшего, представитель большого стиля эпохи царствования Людовика XIV. Жан-Батист Сантер родился 23 марта 1651 года во французском местечке Мани-Ан-Вик. Сен, 55 километров северо-западнее Парижа, став 12-м ребенком в семье купца Андре Сантер. Искусству рисования обучался у Франсуа Лемера, затем у Бон Булоне старшего. В 1604 году Сантер получил звание академика за картину «Купание Сусанны», которая хранится в Лувре. В основном Жан-Батист Сантер писал портреты, библейские и жанровые композиции. По стилю Сантер типичный рубенсист. Не прорывая окончательно с академическими традициями, он внес в искусство те элементы интимности, которые определяют стиль французской живописи в эпоху Рококо. Я пользуюсь переводной Википедией. В портретные изображения часто вводятся жанровые детали. Сантер любит теплое золотистое освещение и горячий рубенсовский колорит. Произведения Сантера по праву занимают почетное место в ведущих музеях мира. В частности, они представлены и в Эрмитаже в Санкт-Петербурге, и в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина в Москве. Творческое наследие Сантера насчитывает 157 достоверных работ, 149 картин и 8 графических листов, главным образом находящихся в музейных коллекциях Франции и других европейских стран. Среди их них большая часть составляет портреты, портретоподобные жанровые и аллегорические композиции. Помимо этого, противоречивую известность получили эротические истолкованные религиозные сцены на сюжеты библейской и церковной истории, которые вызывали возмущение современников. Сохраняя в основе своего творчества академические практики, восходящие к Болонской школе, Сантер внедрил одним из первых во французской живописи элементы из нидерландской, голландской, фламандской традиции. В техническом плане его живопись отмечена гармоничным колоритом и высоким качеством рисунка. При жизни его живопись получила широкую известность среди ценителей, сохранявшуюся в течение нескольких десятилетий вплоть до конца XVIII века. Сантер считается одним из предшественников искусства рококо и неоклассицизма, оказавшим существенное влияние на ряд ключевых деятелей этих стилей. Умер Сантер 21 ноября 1717 года в Париже. Вот так вкратце из переводной Википедии о французском живописце Жан-Батист Сантер. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.